Огромное количество людей, которые называют себя активистами, такая вот новая у нас есть профессия, антикоррупционерами. 2-3 года назад еще вокруг парламента стреляли по 10 гривен на сигареты. А сегодня задекларировали какие-то миллионы, десятки миллионов долларов. Если 2,5 года назад провели люстрацию, выгнали всех страшных коррупционеров, но нас же люстрацию провели, там она коснулась больше миллиона человек. Откуда тогда у вот этих вот кристально чистых и честных людей, которые пришли в последнее время, оказались, я же говорю, миллионы, какие-то миллиарды? Я хочу вернуться к вашему вопросу, сможет ли власть бросить какой-то информационный повод? Да не надо бросать повод, у нас в стране война идет. Нас каждый день предупреждают, что на границах накапливаются таманские, кантемировские и прочие дивизии. И меня пугает то, что в определенный момент, когда у народа прорвет терпение, власть может воспользоваться этим рычагом, и у нас начнется наиболее серьезная кампания.